Toyota Avensis. Снимаем приборную панель. Чтобы ее снять, нам надо как можно удобнее здесь обосноваться. Значит, руль мы вниз и на себя выдвигаем, фиксируем. Дальше у нас вот эта вот кладка, ее выдергиваете, она на двух скрепках. И вот у нас саморезы. Один саморез и два самореза. Их откручиваем. Это у нас прикручена сама приборка. Один. И второй. Дальше мы ее берем за края и вытаскиваем. Вот она выходит. Главное ничего не сломать. Сначала этот край, потом этот край. Кожух можно снять, кому удобнее. Но она и так выйдет. Все, а дальше мы что делаем? Дальше мы вытаскиваем всякие разные штекера. Один. Второй. А, и все. Их тут два. Все, приборка снята. Вот что внутри у нас. Вот сама приборная панель. А вот, значит, верхушка приборной панели держится вот на этих скрепочках. Так что за низовье только тянете. Все, кому понравилось, ставим лайки, дизлайки, подпишитесь. Короче, весь процесс вы все знаете, о чем мне вам говорить. Все, пока.